Итак, друзья, всем привет! Сегодня расскажу самый быстрый способ, как передать данные с iPhone на ПК. Это самый быстрый, надежный, проверенный способ. Это через, значит, провод. Провод USB Lightning покупается вообще вплоть до ленты. Напротив, вы ходите, покупаете в ленте. И, соответственно, друзья, что необходимо сделать, чтобы перекинуть данные на ПК? Да вообще, в общем-то, ничего особенного. Просто подсоединяем Lightning к ПК, значит, и вставляем, соответственно, значит, USB разъем в наш ПК. После чего, друзья, слышите звук, это подключился к Windows наш телефон, и теперь у нас просто разрешение вот такое. Разрешить устройству доступ фото и видео, да. Выбираем «Разрешить» и, соответственно, далее переходим в ПК и дальше просто у нас открываем папку с файлами и делаем то, что нам надо. Итак, друзья, у меня стоит Windows 11, но никакой разницы между Windows 11, 10, 7 не будет. Вот у нас появился, видите, в устройствах среди дисков, Apple iPhone. Заходим сюда. И DCIM, и самая особенность в том, чем лучше iPhone, чем Android, допустим, у Android все фотографии в кучу свалены, а здесь вот фотографии по месяцам, либо даже по дням, я так понимаю, что это по месяцам. Заходим сюда, пролистываем, все моментально запускается, можно, кстати, запустить фотографию, прямо посмотреть отсюда, либо нельзя, сейчас это и проверим. Так, пока не запускается, а видео работает, да, то есть вот странно, фото нельзя запустить. Ну-ка давайте попробуем все-таки фото откинем. Да, очень странно, фотку нельзя запустить, а вот видео можно. Друзья, после чего выбираете фотки, которые вам нужны, нажимаете скопировать и, соответственно, кидаете куда вам надо на любом диске. Вот нажимаем копировать и вот так вот. Друзья, надеюсь, вам видео было полезным. Всем пока, до свидания.